Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости. Продолжаем подготовку к зиме. Значит, сегодня еще один вариант. Суперэкономный обогреватель. Значит, нагревается на 120 градусов колба. Тут состоит из лампочки 100 ватт. Лампочка 100 ватт. Нагревается до 120 колба лампочки, то есть тепло идет 120 градусов сюда наверх. Отражатель, кувшин, видите, отражатель, применяется ШИМ. Потребление этого устройства всего 18 ватт. При этом обратный ток, сейчас вам скажу, замерим. Мы отдаем в сеть. Видите, ребята, 45, 18 ватт мы потребляем, 45 отдаем в сеть. Значит, схема: лампа накаливания 100 ватт. Так, ШИМ на переменный ток. И кувшин с отражателем. Главное, чтобы был отражатель, ребята. Видите, как отражается. То есть тепло умножается. То есть зимой в глаза оно не светит сильно, потому что, как говорится, яркость занижена для того, чтобы меньше потребления было. Но при этом 120 градусов все равно. Но больше и не надо. То есть еще раз: отражатель, кувшин, лампа 100 ватт, накаливание, не галоген тут, ребята, накаливание, температура колбы лампы 120, и все вот это вот идет вверх, видите, в чем смысл? Лампа лежит внизу на дне кувшина, а по сторонам идет, значит, отражатель блестящий, и все тепло идет вверх. То есть лампу надо ставить вниз. Отрегулировано на ШИМ-контроллере. Вот ШИМ-контроллер. Чтобы спрашивать все время про ШИМ-контроллер. Вот он. Стоит из потенциометра, видите, который крутить. Транзистор. Конденсатор сопротивления. И стоит, значит, предохранитель в случае, значит, перегруза. Или короткого замыкания предохранитель сработает. А теперь давайте вам схему покажу, ребята. Покажу схему.